Пипец. Сижу, ржу дома, не могу успокоиться. Чего там? Короче, стою сегодня, курю около метро, после универа. Ко мне подходит пацан и спрашивает спички. А я как раз утром из дома коробок прихватил. Но я ни слова не говоря вытаскиваю из кармана, протягиваю. Он так смотрит, говорит, зажигалка-то удобнее. Я опять же, молча лезу в тот же карман и достаю крикет. Он прикуривает, дает зажигалку, смотрит на меня секунд 10 и говорит, типа в шутку. Какой карман, говорит, удивительный. Все, что не попросишь, все есть. Небось и конфеты есть. Так я начинаю догадываться. Не поверишь, уже неделю ношу с собой несколько бон-пари. Я молча достаю из того же кармана леденец. Он ошарашенно берет его, его глаза полные ужаса. Пипец, бедняга. После этого я говорю ему, ты потратил все три свои желания. Выкидываю сигарету, разворачиваюсь и ухожу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы у нас не иссякал энтузиазм записывать новые смешные видосики. Телебонькайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых опубликованных видео. Жмакайте по заставке, чтобы посмотреть следующий смешной ролик. Почему еще не жмакнули?